создавать потасовки. Потасовку создаешь ты, когда кричишь о том, что я шлюпка, и он тебе говорит, перестань, а ты говоришь, а то чё? Сейчас было? Это было в тот раз, и я сказала, что не реагирую никак на эти провокации. Вот вы знаете, что вы либо прощаете человека, либо не прощаете. Олечка, подожди, пожалуйста. Жду. Что случилось? Олечка, я знаю, на что я хочу потратить 5 миллионов малинок. Да. Я хочу, чтобы ты мне помогла, но сначала я хочу поделиться. Я хочу открыть приют для бездомных животных. Это я хочу сделать с детства. У меня это заложено, не знаю, как обязательная мечта, которая должна осуществить. И я знаю, что ты с этим очень сильно связана, да? Как ты любишь животных, как ты им помогаешь. Как ты стоишь, когда же привезла Фишел. И если у тебя есть возможность, мне как-то поможет это подсказать. Не, ну я с удовольствием тебе помогу, подскажу. Но ты должна понимать, что это серьезные вложения, да, и это не просто ты один раз вложила 5 миллионов малинок. То есть надо эту малинку постоянно будет где-то зарабатывать. Да, я знаю. И, конечно же, я знаю, что очень помогают люди, которые тоже так любят животных. Они сами покупают корм, как-то собирают на передержку животных, да, и так далее. И вот я хочу просто, чтобы у каждого животного, который, не знаю, бездомный, бегает по улице, имел как бы свою семью и знал, что его любят. Я просто не знаю почему. Я прям хочу, чтобы это был не просто как бы дом для бездомных собак, а как семья. Слушай, у меня такие, не знаю, мысли и планы, но я знаю, что это... Слушай, мысли твои прекрасные.